Итак, заказ пришел от Димаса Чуйко на песню Глызина. Он вообще достаточно прикольный чувак, который слушает песни, начиная от группы Wasp, заканчивая Глызиным. Петь буду очень тихо, потому что за стеной спит ребенок. Ну, самое главное мне показать, как играть, а не как петь. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Где снегопад, ну а где звездопад, сам не могу разобраться. Мне ведь совсем незачем знать все, что с тобой было раньше, раз ты меня научила. Играется достаточно просто. Сразу скажу, аккорды будут в моей группе ВКонтакте, в специализированной теме «Аккорды с разбором». И, значит, мочим. У нас вступление. И подвываем партию синтезатора, либо партию вокала. Просто берем и в голове играем так. «Сколько всего о тебе говорят». Да, вот эту тему можно. И в конце повесили аккорд С, он же До. И начинаем петь. Бой здесь вообще простой. Такой, скажем, армейский, что ли. Если медленно. С приглушкой. Можно играть даже не так, как угодно можно. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Любой бой, но лучше с приглушкой, он подходит более идеально. И, значит, собственно, сам куплет. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Тоже все очень просто. Нужно знать баре, буквально аккорд до, ой, господи, соль минор. Короче, ЖМ. И аккорд СМ. И больше, по-моему, здесь ничего такого сложного нет. А, еще нужно будет знать аккорд H. И H7. Это у нас будет во второй части песни, где идет повышение, переход, в общем, в тональность ми. Так у нас песня в тональности ре минор, а потом переходим в ми. Ровно на тон повышаем всю эту тему. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Где снегопад, ну а где звездопад, сам не я смогу разобраться потом. Мне ведь совсем незачем знать все, что с тобой было раньше, раз ты меня научила летать, значит, не может быть фальши. И потом переходный аккорд ля. Повесили его, подождали, пока люди открыли рот, и понеслось. Ты не ангел, но
для меня, но для меня ты стала святой. Здесь можно держать все время аккорд ля в конце, можно аккорд А, а можно его менять на А7 на переход. Просто убираем вот этот вот палец и все. И вот у нас аккорд А7. Значит, еще раз медленно. Значит, не может быть фальши. Переходный аккорд. Ты не ангел, но для меня, но для меня ты стала святой. Ты не ангел, но видел я... С голосом какая-то фигня, но там дальше все одинаковое. Потом... Значит, у нас пусть не ангел ты, но если мне темно, ну, в принципе, то же самое. Приносишь ты счастливую весть. Здесь все абсолютно идентично. Аккорды будут стоять над словами, там поймете. Ну и потом у нас припев второй в той же тональности в ми, ой, в ре миноре, а потом переходим в ми минор. Значит, получается, типа поем вот так. Ты не ангел, но для меня ты стала святой. И повесили аккорд А7, да, и потом. Ты не ангел, но для меня ты стала святой. Ты не ангел, но видел я твой свет неземной. Пусть не ангел ты, но если мне темно, приносишь ты счастливую жизнь. Ну, здесь желательно тоже менять аккорд H просто отдельно. Ну, это вот здесь, который, да? H, и этот палец убирать. H7. Так же, как у нас было A и A7. То же самое. H и H7. Абсолютно идентично. Еще раз повторюсь. Аккорды будут в группе ВКонтакте в специализированной теме «Аккорды с разборов». Заходите, скачивайте, играйте, наслаждайтесь. Поэтому разбору все, здесь больше показывать нечего. Если вдруг какие-то вопросы возникнут, плиз, пишите в комментариях под видео. До новых синяков!